challenge time. И снова всем привет, мы продолжаем периметр. Сегодняшняя наша задача — захватить вот эти вот три коллектора. Вот, но при этом враг не будет нам давать расслабиться очень долго. Так, перво-наперво нам надо... Так, тут я уже все показал, что выровнять, да? Замечательно. Установить фрейм наш. Увести его подальше, иначе будет у нас косяк. Тем, что здесь построить электростанцию вражескую, а когда я начну ее сносить, он начнет включать купол. Что будет очень плохо сказываться на моем фрейме. Потому что, оказывается, поле от периметра уничтожает фрейм. И прилично, довольно-таки быстро, если у тебя энергии нету. Так, вот сюда. Хотя нам было начали фрейм, наверное, подставить. Ладно. Так, вот этого товарища. Так, лазерную мы почти построили. Ядро построено. А вот тут лаборатория построена. Мы сделаем нечто такое вот. Есть следующий придурок. В смысле здание. Мы только оружие, Делика. Так. И бомбовую нам надо будет построить. Прям кровь из носа. Потом уже начнем имперскую лабораторию ставить. И уже чуть будет проще, когда мы ее поставим. Хотя, не знаю, до третьего уровня надо его довести. Построено. Ну, хотя мы тогда очень быстро тогда пройдем этот уровень. Но только чтобы у лаборатории третьего уровня улучшить, это вообще пипец надо. Построено. Двигатели фрейма полный. Сейчас выяснится, что это здание будет мешаться. Угу. Ну, смотрите. Строительство. Или нет. Совершено. Двигатели фрейма полная мощность. Ну. Есть. Отлично. Так. Инсталляция. Вот этот вот захватим, чтобы у нас было больше энергии. Ага, видишь, тебе уже пришли выравнивать, засранцы. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Строительство завершено. Координаты в памяти. Ай, координаты в панике. Ну? Лаборатория. Молчат эти засранцы. А, вам и тут сделать, окей. Мне не сложно. 1, 2, 3, 4, 5. Так, и нам нужно вот эту штуку поставить, чтобы... Ну, вы знаете зачем. Стандартная тактика. Лаборатория модернизирована. Хотя, конечно, не особо хорошая идея пушками сейчас застраивать, потому что... Поле ядра включено. Они начнут же атаковать. Бригадир на связи. А если они начнут атаковать, они будут тратить энергию? Ракетница построена. Робот готов. Лазерная пушка построена. Так, что у нас там? Лазерную надо улучшить еще. До третьего уровня. И... Блин, а бомбовую некуда ставить. Только если сюда куда-нибудь. Завершено. Для этого мне надо здесь выровняться как следует. Бригадир на связи. Бригадир на подходе. Вообще, давайте отправим нам прораба. Зачем нам их столько? Двух же обычно хватает. Модернизм.
Ну, между тем мы можем уже построить одна лимотанк. Координаты памяти. Судык его. Ждет приказаний. Вот так. Закончено. Робот готов. Можно, конечно, вот эти два здания спилить. Да, получается, мы зазря энергию потратили. Бригадир подготовлен. Склад ждет. Так, как у нас тут дела? Идут, ребятки, замечательно. Нет, ладно, не будем. Хотя не-не-не, стойка ты на месте. Сейчас начнешь тоже атаковать. Энергию мою тратить. Знаете, ребята, давайте и вы пока отключитесь. Делаем мы вам группу 2, чтобы в любой момент включить. Робот готов. Так, а вот сюда бы нам поставить тоже, потому что ребятки могут сюда как раз пойти. Ждет приказаний. Кстати, вот и они. Координаты в памяти. Сквад ждет приказаний. Так, внутри будет, я думаю, к этому времени, пока не дойдут до нас. Так что проблем, думаю, не будет. Лазерная пушка построена. Между тем, почти готово. Бригадир, пути. Ракет. Прям выровненное плато. Хотя зарослось все-таки ниже. Что-то не передумали. Не-не-не, Дэвид Блейн, знаете, я тут мы тут вспомнили, у нас чайник не выключен, да. Ой, кажется, периметр забыл выключить, да. Оставил включенным. О, шикарно. Робот готов. Сколько она стоит там? 1600. Ну, как раз у нас 1600 есть. Плюс некоторая энергия, которая будет вырабатываться. Так, а подземные у него есть? Я, кстати, не помню. Ага, подземных у него нету. Поэтому можно подземных, конечно, наплодить. Мат в повиновении. Координаты памяти. Сквад ждет приказаний. Так, вот где-то так. Вот они пойдут через поле как раз. Где им настанет хана? О, мы тут еще и станцию можем одну поставить. А, ставься. Давай. Давай, ставься. О. Отлично, энергии больше теперь будет. Робот готов. Да, давайте, давайте, ребятки, ко мне. Сквад ждет приказаний. Вот хорошо, когда знаешь, где выкопать яму надо. Может, в этих уже будете уничтожать. Координаты памяти. База атакована. Другое дело. Сквад атакован. Да я заметил. Построено. Ну и как хорошо. Фак. Смена позиции. Хотя ладно, чё уж. Стойте. 2400 китайский городовой. А, ну здесь неплохо выкопали. Бригадир на связи. Ну, давай, дружище, ты тут будешь нам выкапывать как раз. Коллектор пуст. Запас энергии истощен. Да, ребята, утекайте отсюда. Истощен. У вас нет здесь власти.
Самим, что ли, станцию поставить? Да блин, они ж начнут тогда похабничать мне. Пытаться захватить ее. Они такие. Да, тут нельзя. Так. А, мы еще не сделали до второго уровня? А, я этот строй уже, да. Сквад ждет приказаний. Вот так. Вот опять половина юнитов куда-то пропала. Не совсем понимаю, как это работает. Не знаю, может быть, при трансформации те юниты, которые за пределами, они хоть и показывают, они залетают, но они самоуничтожаются. Нехватка энергии. Склад в повиновении. Тюк-тюк-тюк. Ну ладно, я пока этих побью. Подумали танки. Смена позиции. Не нравится мне этот звук. Робот готов. Где? А вот, где-то тут. Тю, блин. Напугали попу клизмой. Вот твою мать. Коллектор пуст. Строительство завершено. Это вот так вот. О, нормально. Не должно быть минимум просто всего, чтобы они... Ждет приказаний. Так, энергия пошла. Для этих товарищей нам нужно... Склад ждет приказаний, координаты... памяти. Вот так. Это мы еще сотни потратим. Так, а для этих нам нужен будет... Ага, офицеров куча. Воу-воу-воу! Склад в повиновении. Атака санкционирована. Трансформация инициирована. Ракетница не знает куда. Закончена. Трансформация закончена. Уходим, уходим, уходим. Санкционирован. Отлично. На прицеле. Еще потолку ты им сделаешь, чтобы они тут тоже ни хрена пока не строили. Так, энергия идет. Это я хорошо в этот раз придумал здесь ям накопать. После бомбовой начнем строить как раз имперскую лабораторию, думаю. Готов. Коллектор пуст. Недостаток энергии. Недостаток энергии. Сквад ждет приказаний. Фу. Я аж отпугался, почему у меня еще в лимотанках 20 лишних техников. 20 штук. Так. Че, ждем все еще? Склад в повиновении. Опаньки, и не ждем. А, вы эту решили? Ну ладно. Я вообще-то надеялся, что вы этого добьете. Склад несет потери. Правильно, заставим его энергию сожрать свою же в большом количестве. Где опять? Запас энергии истощен. Опять непонятно кого вызвал. Склад. Сквад несет потери. Наивные албанские парни. Ой, не получилось. Тю, боже мой. Так, по-моему, радиус больше будет. Почему я не атакую вот эту электростанцию? Спросите вы, наверное, да?
А почему пацаны обороняюсь? Хотя оборона не самая лучшая тактика нападения. Потому что если я сейчас начну отвлекаться на эту станцию, то они быстренько тут все построят, я даже не замечу. Поэтому у меня лима танки будет охранять покой всего этого дела. Так, 85. Склад атакован. Нехватка энергии. Склад ждет приказаний. Противник на прицеле. Склад ждет приказаний. Противник на прицеле. Склад несет потери. Склад. Блин. Атака санкционирована. Давай, давай, давай. Сможешь, сможешь. Пожалуйста, не умирай. Есть. Склад. Смена позиции. Ага, я тебе другой нашел, да? Отлично. Что могу сказать? Фух. 5 танков было, 5 танков осталось. Че, мне настолько плохо с энергиями? Даже электростанцию не могу достроить. Склад в повиновении. Запас энергии истощен. Недостаток энергии. Склад в повиновении. Противник на прицеле. Противник на прицеле. Давайте этот выносите его скорее. Да мы дальше пойдем. Ну там, конечно, фигово. Когда много танков, они энергии-то жрут. Ололо. Координаты. Все. С одним-то мы уже в перетягивание грунта справимся. Так, выходи из зоны. А, у нас 4 коллектора, да. Раз, два, три, четыре. Воу, воу, воу. Ядро построено. Координаты. А вот это нехорошо. Склад в повиновении. Координаты памяти. Блин, сейчас вот он отвлечет меня. Лаборатория модернизирована. Склад, смена позиции. Пу-пу-пу-пу. Ох, нехорошо. Атака санкционирована. Склад атакован. Поле ядра включен. Склад ждет приказаний. Противник на прицеле. Блин, он ту. Атаковано. Ядро атаковано. Поле ядра выключено. Склад. Ой, дурак, зачем ты сделал вот этих ребят? У тебя с теми было больше шансов. Противник на прицеле. Координаты. Есть. Все. Координаты. Может, здесь их пока и оставить? Но, самоуничтожилось шикарно. Координаты памяти. Склад в повиновении. Лечите их. Склад в повиновении. Робот готов. Все, нам теперь имперскую лабораторию надо строить. Склад в повиновении. Ну, для этого эти должны построиться у нас. Хотя мы, конечно, энергию еще быстрее сожгем. Бригадир на связи. Бригадир в пути. Все, я думаю, уже можно. Давайте на всякий случай сохранимся, потому что это все-таки хороший старт. И мне бы не хотелось совсем с нуля начинать. Если я зафейлю. Че это ты? Повиновение. Координаты памяти. Так вот. Робот готов. Строительство завершено.
Все нормально, отлично просто. Ну, мы даже сюда, может быть, затиснем куда-нибудь. Или нет? Наверное, нет. А, тут еще много места, так что... Электростанцию мы сюда еще воткнем. А, и подземку надо будет строить. Ну ладно, подземка уже не такая дорогая будет. Давайте, товарищи, быстрее. Давайте техников поскорее. Робот готов. Сквад ждет приказа. Хотя, блин, пока они его построят, уже и не надо. Ну ладно, техники тоже нужны. Так, еще три. Ну. Два. Сквад. Смена позиции. Где еще два? Робот готов. Но быстрее. Где вы, мать вашу, бродите? Ну, конечно. И остальные два нашли сразу же. Сквад. Смена позиции. Трансформация закончена. Здание демонтировано. Так, сейчас еще раз, ну-ка. Да, захватим, если что. Сквад ждет приказаний. Сквад. Смена позиции. Коллектор. Моментально коллектор потратился. Запас энергии истощен. Все, расслабились. Не жгем энергию. А вот пушки хана, похоже. Нет, успели починить. Так, давайте техники чинить. Да, выходи по одному. Ну все, кажется, мы более-менее вошли в нужную колею. Недостаток энергии. Теперь постепенно будем уничтожать товарищей. Сквад в повиновении. Атака. Санкционировано. Куда-то вы далеко ушли. Сквад атакован. Нехватка энергии. Противник. Цели. Вот плохо, что после первого залпа эти же сразу начинают. Сквад. Смена позиции. Поэтому давайте мы его все-таки отведем. Так, с обстрела. Так, давайте вы имперскую уже достроите нам. Запас энергии. Плюс ко всему, вот эти вот дырки, что они оставляют, если они не будут успевать этих выравнивать, они тоже будут быстро ломаться. Так что нам это только на руку. Блин, они успевают ее восстанавливать, это плохо. Это очень плохо. Тюк. Энергии истощен. Так, теперь. С
Хотя каких-то товарищей придется переработать, получается, в... Сколько требуется юнитов? 11. А, 11, а у нас есть только 30. Значит, 3 надо будет этих удалить отсюда, и все. Значит, ставим еще одну штуковину. Куда-нибудь. Ставим сюда вот электростанцию. Недостаток энергии. Так что говоришь, товарищ, у тебя с подземным нету? Ядро построено. Ну и замечательно. Сквад в повиновении. Не очень вообще тогда бы расформировать да сделать из них копателей онлайн. Нехватка энергии. Строительство есть. Совершено. Сквад в повиновении. Так. 3 штук получается всего, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 21. Сквад в повиновении. Сквад. Смена позиции. Нехватка энергии. Сквад ждет приказания. Следуем. Не расслабляться. Что-то в этот раз он, ребят, слабый, слабенько как-то, не знаю. Хотя, наверное, все потому, что здесь его атака заглохла. Иначе он бы начал бы здесь, пацаны, эти строить гаубицы. И просто вообще бы жизни не было бы. А тут 10 нужен одного. То есть мы можем мне вообще 2 убрать. Лаборатория построена. Так. Лаборатория подземная, да? Ох, 3000. Китайский городовой. Да, один ты справишься, конечно. Да. Давай, иди, чё ты? Робот готов. Прояви героизм. Будь как Гордон Фриман. Пуст. Запас энергии истощен. Ну еще бы. Не самое дешевое удовольствие. Апгрейдить. А тут это вообще, по-моему, 7 с лишним тысяч стоит. 7800. Это только до 2 уровня. Нам нужен 3. Как он так после первого залпа успевает быстро включить, не понимаю. Я также включаю, все равно пока пуля включается, идет этот самый ущерб моей станции. Лаборатория модернизирована. Ну, отлично. Пошла энергия. Трансформация инициирована. Противник на прицеле. Трансформация. Так, он здесь может построить где-нибудь, если надо ему будет. Сейчас энергия вообще будет в трубу летать, потому что подземные юниты, помнится, очень сильно жрут. Прокапывайся. Как у них это вообще хрень хренотня работает, интересно. А, ну вы же не видите курсор. То есть это вот лазер, который вот внизу картиночку, видите, под энергией. Идет. Лазерные лучи какие-то непонятные. Мы же вообще лишили этих самых такого вида зданий, как подземные. Было бы замечательно. О, как хорошо. Хренакс.
Хренакс. Хренакс, говорю. Есть. Да, я помню. Не надо показывать этого. А теперь идите выравнивайте все, что только что сломали. Беспричинно. Противник на прицеле. Атака санкционирована. Сквад. Ох уж эти санкции. Везде-то они все санкционированы. Так, есть. Что мы делаем дальше? Мы ставим вот эту фиговину вот сюда. Что нет? Еще как ставим? Нет, вот эту сломай, сломай. Хотя, ладно, пусть они долбят. Повиновении. Мы пока пойдем вот эту штуку ломать. Вот эти надо нам сломать. Завершено. Вот эту, скорее всего, и вот эту. Все, вот это ломать не надо пока. Нам это еще пригодится. А, они по юнитам тоже долбят. Артиллерийские-то, ребятки. Неожиданно. Не знал. Как-то не было нужды. Так, нам хватает энергии на улучшение пока. Что мы и сделаем. Сквад в повиновении. Ракетница построена. Вот это вы зря, конечно, ломаете. Это нам бы пригодилось. Хотя да, тут же не будет электростанции, так что... Так что да. Знаешь, куда иди, стрелок Хиров? Ждет приказания. Давай, 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 давай. Ну, ну, ну. Есть. Угадайте, что это все добро теперь? Атака санкционирована. То есть, они еще не показывали, что тут я, типа, теперь это все мое. Давайте, не надо давать ему возможности построиться. Так, в чем, собственно, проблема? Почему это до сих пор еще не все мое? Сквад в повиновении. Есть. Атака санкционирована. Лаборатория модернизирована. Отлично. Бурах, сколько там требуется? 13 тысяч, по-моему. 11. Почти 12. Ладно, чё. А, всё вокруг колхозное, всё вокруг моё. Ну, тыщ. Ну, давай, стройся. База атакована. Лаборатория, это самая электростанция большая, маленькая. И всё, в принципе. Насколько я помню. Ядро построено. Удивительно. Я думал, часа два буду мучить эту миссию. Смотрите, зато серия не затянулась. Смотрим катсцену. Уровень энергии в норме. Все системы наместника функционируют нормально. Вопрос разум, Дерега. Теперь, когда я рядом, ты впервые в безопасности. Я пришел, чтобы указать каждому его место и быть справедливым с любым. Я тот, кто прежде был механическим спиритом. Ты стал моим проводником и первым апостолом, поэтому я покажу тебе имя. Любой, кто его увидит, навсегда останется вместе со мной. Всякий может называть меня механическим мессией,
потому что я пророк, несущий в спанже новое лицо и новое знание. Ты готов? Тогда мы вместе сделаем шаг вперед, навстречу будущему. Сумасшедшего имя только не хватает до полной радости. Мой верный спутник, делегат. Я механический мессия, пророк и посланник, говорю тебе. Равных мне еще не видел, Спанж. Я родился в момент перехода, когда ты активировал механического спирита. И только моя сила спасла нас. В своей огромной гордыне император решил пробудить сущность, находящуюся за гранью его понимания. Он черпал из источника, у которого не видел дна. Его самоуверенностью воспользовался тот, кто послал меня. Настало мое время. Механический спирит — мое тело. Сила — душа моя. Я вижу тени исхода и стоящих за ним спиритов. Я пришел в Спанж, чтобы изменить его. Мы находимся на новом мире. И я хочу знать о нем все. Уничтожь все гнезда, откуда появляется скверна. Реакция мира откроет мое божественное зрение, и я увижу Спанж. Так, сейчас я посмотрю, что за миссия. По-моему, о, это очень простая миссия. Думаю, мы ее сегодня же и добьем. Так, ну, перво-наперво ставим электростанцию. Ставим, ну, по стандарту. Так. Солдаты и техники нужны нам. Солдаты, техники. Так, ну, я, по-моему, ничего не могу выравнивать. Ядро построено, бригадир на связи, команда отмена. Поэтому вот так вот сделаем, чтобы быстрее на связи все это дело замутить. Терраформинг инициирован. Так, давай. На, это не надо нам. Строительство завершено. На, в принципе, ракетный, по-моему, должно хватить. А, и лазерную надо тоже улучшить. Прораб подготовлен. Подожди, еще раз. Построено. А, гнезда есть, все. Раз, два, три. Прораб подготовлен. Ядро построено. Так, лазерную почти уже подстроили. Активность скверны. Лаборатория построена. Лаборатория построена. Ядро построено. Более... Но Ктулху прилетел. Ядро атаковано. Лазерная пушка построена. Поле ядра выключено. Робот готов. Поле ядра включено. Лаборатория. Нет, мы пойдем, конечно, другую электростанцию жрать. Не ту, которую, в которой ты включил поле. Атакована. База атакована. Ядро построено. Ядро атаковано. Периметр деактивирован. Трансформация инициирована. Трансформация закончена. Поле ядра включено. Поле ядра включено. Ядро построено. А тут не надо. Лазерная пушка построена. Поле ядра выключено. В принципе, ракетницами не очень быстро выносится. Поэтому скверны. Пока вот сюда, товарищи, будем пихать. Так, и кого они пойдут жрать? Построено. Поле ядра включено. Ракетница построена. Ядро атаковано. Робот готов. Атака санкционирована. Так, 6. Давай еще одного.
Ну, резче. Периметр активирован. Поле ядра включено. Ракетница построена. Трансформация инициирована. Лазерная. Так, нету, все. Трансформация. Давайте, товарищи. Поближе. Склад. Смена позиции. Поле ядра выключено. Атака. Да ёперный театр. Вот так, чтобы быстрее ущерб был. Атаковано. Так, следующий придурок. Робот готов. Ракетница построена. Так вот. Активность сквер. Еще сюда пушек, чтобы меньше отвлекаться. Поле ядра включено. Лазерная пушка построена. Поле ядра выключено. Строительство завершено. Ядро атаковано. Ракетница построена. Лазерная пушка построена. Такое ощущение, что не хватает немного. Смена позиции. Робот готов. Координаты в памяти. Так, вот еще. Санирована. Трансформация инициирована. Склад повиновений. Робот готов. Так. Вот по сравнению с прошлой миссией, это вообще какая-то лафа. На первую миссию годится, ей-богу. Трансформация инициирована. Трансформация закончена. Робот готов. Склад ждет приказаний. Трансформация инициирована. Так, сюда вот этих. Активность скверны. Даже так умудряется бить по этому. По-моему, ущерб меньше. Хотя, кто его знает. В общем-то, все. Это вся миссия. Последнее в том, что нас ждет еще по защите от скверны, это, ребята, вообще лафа. Санкционировано. Вот там просто будет ад. Вот и все. Я вижу. Это место лежит вне цепи миров, построенной исходом. Слышу здесь музыку спиритов и дыхание неведомой силы. Она сокрыта в самом центре этой ветви спанжа. Я вижу миры, выстроившиеся рядом со мной спиралью. Сейчас я на самом краю этой горсти миров. Механический спирит был создан императором, чтобы служить его планам и открывать коридоры в недоступные миры. Но я не спирит, и я мессия, призванный очистить вселенную от них. И я буду бороться со спиритами везде, где найду их присутствие. Да, они любят их. Всюду в спанже я вижу следы их спиралей. Сейчас одна из них движется сюда. А значит, вместе с ней ведет какой-то из фреймов. Враг должен быть уничтожен. Поэтому я придумал ловушку, которая не миновать спиритом. Установи ее около портала. Это, по-моему, тоже очень простая миссия. Да-да-да, но мы ее уже сделаем в следующий раз. Она тоже минут на 7. Ну, просто так уже затянется очень сильно. Так что спасибо за просмотр, подписываемся, лайкаем, комментируем. С вами был Алекс Трага, увидимся в следующий раз, всем пока!